Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, представляю к вашему вниманию обзор топового проекта под названием FreezyCraft. Данный проект включает в себя три сервера. Ребята, внимание, 10 часов утра, и вы только посмотрите на этот просто огромезный онлайн. Это серьезно, топовый проект. Ну что, давайте я зайду на сервер номер один и пройду регистрацию. Напиши любой пароль. Ну давайте, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Подтвердите пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ребята, как я только зашел, мне сразу встречает самописный плагин на регистрации. Ну реально, это круто, это топ. Вот правда, очень много фулда в чате. Давайте я скрою чат. Все, чат я скрыл. Давайте посмотрим, что же можем найти на нашем спавне. Честно говоря, сам спавн мне напоминает чем-то лобби. FreezyCraft, FreezyCraft, Free. О, давайте я получу наш начальный набор. Пишу Free. И что же я получил? Кит-старт выдан. Ну, давайте посмотрим. Я получил, ну, неплохо, ребят, железный меч, железную лопату, железную кирку, железный топор, железную мотыгу. Ну, ребят, реально годно. Самое главное, что нету халявы. Вот знаете, что мне нравится в этом сервере? То, что нет халявы. Вот реально, вообще нету халявы. Вот если вы любите настоящее выживание, если вам, ну, не нравятся дюпы, читеры и прочее, то, ребят, данный сервер вам придется по душе. Это у нас магазин, да, это шоп, это у нас выход. Это у нас паркур, а это у нас инфо. Н не в ту сторону. Посмотрите, инфо, ой, лол. Ну все, давайте дальше. Что же я увижу в этом магазине? Так, я вижу дерево. Дальше железные блоки, золотые блоки, алмазные блоки. Ну, ребят, реально неплохо. А давайте-ка я попытаюсь купить себе один железный блок. Так, как я тут куп... Ну, вроде нажимаешь, просто покупаешь, да? Ага, я себе купил всего лишь один железный блок, и, к сожалению, ребята, на большего у меня не хватило денег, да? О, вот это, знаете что, это реально топ. Ребята, вот я себе хотел купить один железный блок, я его купил, и все, у меня деньги закончились. Ну, просто обожаю, вот реально нет халявы, вот этот проект реально даже не стыдно рекламировать. Давайте я напишу варп, что же интересного я найду, пишет, недостаточно денег. Да, я, да, я вижу, вижу. Варп. И давайте варп, варп ПВП. Это у нас, ребята, ПВП-арена. Тут мы можем себе купить какую-то бронь, какие-то доспехи. Но это неплохо. То есть я вижу, что на ПВП-арене есть игроки, есть желающие по ПВП-шиться. Вот это, ребята, реально круто. Вот правда, знаете, что жалко, что маленькая ПВП-арена. Как по мне, ребят, для такого топового проекта, для такого онлайна, ПВП-арена должна быть гораздо больше. Но, тем не менее, ребята, она сделана в стиле средневековья. И она сделана, ну, очень красиво, так, в стиле барокко, да. Денчик, не надо, давай жить дружно. У меня ничего нет, я бедный студент. Все, ребят, нагнули кента, убили кента. Давайте я напишу обратно варп. Тут были еще какие-то варпы. Варп. А, варп, варп. Так, варп-шоп, варп-шахта. О, варп-шахта. О, варп-лаки-блоки. Вот это круто, слушайте, лаки-блоки. А ну-ка, лаки-блоки. Так, это у нас варп лаки-блоки. И что же тут я, интересно, могу найти? Временно убрали. Эх, обидно! А я-то хотел подкрывать лаки-блоки. Давайте, ребят, я выйду со спавна и посмотрю, что же тут интересного можно найти. Это у нас что-то наподобие батута. О, ну батут я люблю. Правда, батут какой-то слишком маленький. Ух ты, тут какая-то табличка, а ну-ка. Домик. О, ну это круто. А, куда я упал? О май гад, о нет. О, я жив еще, я жив, все хорошо. Ой, ребят, ну как я вижу, на этом сервере обитают гриферы, то есть, да, вот это сделали гриферы. Ну, а кто же еще может такое сделать? Или кто-то это шахту делал? Ну, ребят, как-то слишком упорото все это выглядит. Ой, ничего не вижу, все, давайте обратно на спавн, пока я еще жив. Спавн. Вот знаете, чем мне нравится данный спавн? Что на нем нет ничего лишнего. Вот это выход, понятно, это у нас шоп, это понятно, это у нас инфо. Правда, N не в ту сторону, но скорее всего там цены на донат, автодонат и так далее. Это у нас паркур. Реально, ребят, ничего лишнего. Вот за это я люблю такие сервера, потому что я просто ненавижу сервера, там где играет 5 человек, там огромный спавн, и там, ну, ничего вообще толком непонятно, ничего толком нельзя сделать. В общем, ребят, что-то я не хочу позориться, я не буду проходить паркур.
Но если вы пройдете данный паркур, то можете написать мне в комментарии, я немножко буду удивлен, потому что паркур тут не из легких. Ребята, если вам понравился мой обзор, то, пожалуйста, поставьте лайк. Также не забывайте заходить на этот сервер, потому что, ну, очень круто он сделан. Даже не стыдно рекламировать такие топовые проекты. IP и порт данного сервера будут в описании. А с вами был ваш Кент. Всем удачи и всем пока.